Сегодня, 15 мая, в день памяти погибших в локальных войнах и военных конфликтах, перед мемориалом землякам ахтубинцам собрались боевые ветераны, руководители местной власти, представители ахтубинского гарнизона и общественности. На вахту памяти заступили победители военно-патриотической игры «Зорница», учащиеся школы номер 4. Со словами благодарности за подвиг и мужество, проявленные при выполнении интернационального долга и защите конституционных прав наших граждан, к участникам боевых действий обратился глава Ахтубинского района Алексей Кириллов. Конечно, мы всегда помним и всегда скорбим о тех наших воинах, которые погибли ради нашей Родины, которые остались на полях сражений. Поэтому вечная память нашим погибшим воинам и вечная слава нашему народу-победителю, нашей армии, нашим воинам. Помнить уроки истории призывали руководители ветеранских организаций и действующие военнослужащие Ахтубинского гарнизона. А военный комиссар Ахтубинска и Ахтубинского района Николай Чеплыгин, будучи сам участником двух чеченских кампаний, призвал всех юношей обязательно пройти службу в вооруженных силах. Люди, попадая в вооруженные силы, знали, что за ними стоит их великая Родина, знали, что за ними стоит наш президент Владимир Владимирович Путин. А я ему очень благодарен, так как во вторую чеченскую кампанию он был его приказ беречь судьбы солдат. Отмечая заслуги в защите Отечества, мужество, проявленное при исполнении воинского долга, активное участие в работе с ветеранами войны и военных конфликтов, организацию и проведение мероприятий, направленных на воспитание молодежи, председатель Ахтубинского отделения Азамат Сакаулов зачитал приказ Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Юбилейными медалями 30 лет завершения выполнения задач 40-й армии в Афганистане награждены 43 ахтубинца. В этот день вспомнили и тех, кто уже никогда не вернется с полей сражений. Зверев Федор Федорович, Гнездилов Николай Александрович, Цибульский Владимир Ильич, Катунин Олег Иванович, Савин Александр Александрович, Цаплин Дмитрий Вячеславович, Бурей Андрей Андреевич, Танатов Султанияр Габрашидович, Карпенко Александр Михайлович, Пахнов Алексей Сергеевич, Кайтовский Михаил Павлович, Васильев Вячеслав Николаевич, Кузякин Егор Александрович, Амралиев Серик Анатольевич, Прокофьев Александр Сергеевич, Шугаев Андрей Викторович, Седунов Алексей Вячеславович. Митинг завершился возложением венков и цветов к памятнику павшим землякам, погибших в войнах и локальных конфликтах.